Николай Александрович Кривенко родился 8 февраля 1921 года в станице Тверской Апшеронского района в семье крестьянина. Окончив 7 классов, работал оператором в Тресте «Хадыжнефть». Служил на военно-морском флоте с 1940 года в частях противовоздушной обороны Черноморского флота. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Пулеметчик 386-го отдельного батальона морской пехоты военно-морской базы Черноморского флота. Сержант Кривенко в ночь на 1 ноября 1943 года в составе батальона в числе первых с десантом высадился на Керченский полуостров в районе поселка Эльтиген. Принимал участие в отражении 19 контратак пехоты противника, поддержанной танками. В декабре 1943 года участвовал в боях по прорыву батальона из Эльтигена на южную окраину Керчи и овладению горой Митридат. В 1946 году Кривенко демобилизовался, жил в Лабинске Краснодарского края, награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями. Имя героя присвоено школе номер 72 в Керчи. Умер в 1996 году, похоронен в Лабинске.